Здравствуйте. Самое время представиться. У микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Наполи встречается с Ювентусом. Константин, хотелось бы услышать твои мысли о сегодняшних хозяевах. Новый сезон вот-вот начнется, и по его итогам команда надеется взять чемпионство. Посмотрим на состав Наполи. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Посмотрим на... Ай да пас Дугласа Косты! Ювентус переходит по атаку. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Калиду Кулибали. Аллан. У сегодняшних гостей лучшая оборона в лиге. Посмотрим, смогут ли они подтвердить свой высокий класс. Думаю, игра сегодня будет очень напряженной. Тут может что-то получиться. Лихштайн. Хедира. Ошибся здесь Пьянич. Мяч перехватили. Потерял он мяч, но кому он достанется? Пьянич. Хедир. Арбитр назначает штрафной. Бенатья. Игуаин. Он бьет. Выше ворот. Марек Гамши. Мертенс. Хосе Калихон. Матюиди. Янич. Жоржини. Сами Хедира. Гонсало Игуаин. Дибала. Дибала. Ставь пенальти, не имеешь права. Судья указал на точку, и игрок отделался лишь легким испугом. Ну и в данной ситуации арбитр счел 11-метровый удар, наверное, необходимый и достаточной мерой наказания. И отражает пенальти вратарь. Атакующая комбинация Ювентуса. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Жоржини. Янич. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Блез Матюиди. Дрис Мертенс. Инсинье. Передача на Мертенса. Удар поворотом. Перекладина. Но мяч в игре. Пауло Дибала. Матюди. Хосе Рейна. Блез Матюиди. Хедир. Это может... Дибала. Великолепный пас исполнен. Янич на убойной позиции. Забивать нужно было, но он двинул мимо ворот. Он сам не понимает, как он не забил. А на табло по-прежнему нули. Потеря. Игуаин с мячом. И подача на дальнюю штангу. 2 минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Мертенс. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. С такими защитниками забить будет нелегко.
Мяч за пределами поля, угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Итак,